Мы сейчас находимся в комплексе Шато-Медово. Здесь есть прекрасный винный магазин. Вот такое классическое, можно сказать, вино болгарское, Траминьер. Это очень приятное вино. Оно с таким легким запахом розы. Вина в Болгарии производят только сухие, потому что добавление сахара в вино считается, что добавляют только тогда, когда вино некачественное. Поэтому, конечно, мы здесь вин взяли много. Мы сейчас находимся возле одного из самых красивых отельных комплексов. Это Виктория Палас. Этот отель находится на Солнечном берегу. Здесь, конечно, очень красивый отель. Он действительно не просто для богатых. Он, можно сказать, произведение искусств. Очень красиво все оформлено. Территория прекрасная. Все это находится, конечно, на берегу моря, собственный пляж. Вот мы здесь у бассейна. Тоже очень все красиво. Конечно, в таком отеле хотелось бы когда-нибудь поселиться. Это наша поездка в этнический комплекс «Болгарское село». Поездка очень интересная, нам очень понравилось. Нас здесь прекрасно встречали, много всего интересного. Болгарский быт, болгарские песни, музыка, кухня болгарская была прекрасная. Ракию нам давали пробовать. Ну, ракия, конечно, это водка. Это Елена, наш туроператор. Она сама с Украины, вышла замуж за болгарина. Здесь вот видно, здесь горят дрова во дворе на этой площадке. И когда они прогорят, уже вечером здесь будет много углей горячих, и там будет танцевать семейство. Нестинары. Танец на углях. Thank you.
исторический заповедник, побытый камень, называют его Болгария. Ну, можно сказать, перевести это как каменный лес, потому что здесь действительно лес высоких камней, как стволы. Интересный тот факт, что большинство этих камней – это колонны, которые внутри пусты. Вот этому объяснение однозначной гипотезы никто не может выдвинуть. Есть много гипотез, более 15 гипотез, и все говорят о разном. Говорят геологи, что раньше здесь было море 50 миллионов лет назад, различные породы, выветривания. Говорят о том, что могли выходить газы из глубины, газ метан, и также образовывать вот такие отверстия. Но все однозначно склоняются к тому, что это место уникально, что оно богато и сильно энергией, что гулять здесь полезно. Ну, место очень действительно красивое, гулять здесь было действительно приятно. Насколько полезно, не знаю, но нам понравилось.